сюда развлекаться. У нас открылся новый флай-парк. Очень яркий, очень красивый. Здесь прям комплекс батутов. Можно прыгать на батуте, разгоняться и потом прыгать в эти мягкие кубики разноцветные. Будешь съезжать? Чего? А можно еще по стенке полазить, видишь? Я сейчас буду бросать тебя этими кубиками. Получай! Ты будешь меня бросать! Ну давай! Очень много кубиков, они мягкие, разноцветные. О, Ярослава у нас полезла на стену. Смотри, можно прыгать на батуте, а потом сюда прыгать. Все новое такое, красивое. Любимое занятие – прыгать на батутах. Ух ты! Ярослава набирает скорость. Ты куда разгоняешься так? Ярослава, ты что? Сейчас мы с Ярославой покатаемся на машинке на розовой. Ноги выглядывают. Ходить будешь? Поехали! Классно! Догоняй меня, Ярослава! Быстрее, 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 быстрее! Ножками перебирай! Быстрее, быстрее! Догоняй, догоняй! Бензин закончился? Да что ж такое? Только взяли машину, уже и бензин закончился. Это проблема, конечно. Все? Поехали. Ну давай эту тогда припаркуем, а потом на другой покатаемся. Паркуемся аккуратненько. Давай, давай. Вот молодец. Классная. А как ехать будешь? Нужно разгоняться, наверное, а потом ножки ставить. Во, поехали. Поехала, Ярослава. Подъехала к какому-то домику. Машину припарковала возле дома, сама вошла и танцует. Ярослава, смотри, здесь еще и самокаты есть. Какой выберем?
Так, а ты видела, какие здесь самокаты? Кто это? Кто здесь нарисован? Эльза! Самокат еще играет, светится. А еще есть с Мини-Маусом. Но мы выбрали самокат Эльза. Холодное сердце. Не спеши. Вот это классный развлекательный центр. Вообще, сколько здесь всего много. Пинки Пай идет. Пойдем посмотрим. Здесь у кого-то сегодня день рождения. И на день рождения у ребят Пинки Пай. Пойдем посмотрим. Давай, выбирай себе мяч. Ярославе захотелось поиграть в игру. Здесь есть такие мячики, мягкие, на них садишься. Выбираешь себе игру и играешь. Сейчас тетя ей поможет выбрать. Ярослава играет в Xbox 360 в игру. Мини-Маус. Прям и руки работают, и ноги работают. Молодец! Ой-ой-ой, падает, не упал. Теперь еще выше. Нужно поймать тот кристалл. Вот. Ой, обратно придется возвращаться. Класс, теперь наверх. Давай. Вот, и теперь разгоняйся и прыгай еще за одним кристаллом. Да что такое, все время падаем в пропасть. Наконец-то мы перепрыгнули, теперь идем дальше. Давай выше, подпрыгивай, выше, прыгай. О, класс, ой, а кто это здесь стоит? Ой-ой-ой, что происходит, Ярослава, ты его бьешь? Да? Класс, молодец, прошла, побежали дальше. Что случилось? Проиграла, да? Ну не расстраивайся. Можно заново сыграть. В общем, ребятки, Ярослава увлеклась игрой. Пусть она играет дальше, наиграется. И пойдем искать еще что-нибудь интересное. Пришли мы обратно на батуты, потому что Ярославе очень здесь понравилось. Ой, тихонечко, Ярослава. Опять будешь с горки съезжать? На животе? Ты как гусеница сползла, Ярослава. Ну иди попрыгай на батуты теперь. Тебя и не видно среди этих кубиков. Ой, катится Ярослава. Катится колобок Ярослава. Катится. Давай, выбирайся. Ой,
Ого-го, как разогналась! Ой-ой-ой, как быстро! Я за тобой не успеваю! Ты что так гоняешь? Споткнулась. Давай-давай-давай. Ты сюда пришла не прыгать, а бегать, да? Ой, у меня уже голова закружилась. Все, ой. Мы попрыгали на батутах, а теперь пришли покататься на шарике. Классно! Держись! Закидывает тебя, Ярослава! Сейчас обратно поедешь. Я ребенком издевательство назвала. Почему? Крепко-крепко! Ну все, может быть, хватит, Ярослава? Раскаталась. Все, хватит. Ну как, тебе понравилось?